Я получила свою третью книжку от Ханны. Покупала я ее на американском Амазоне за $9. Издательство Gibbs Smith. Книжка точно такого же качества, как и две предыдущие книжки Ханны. Она даже похожа немножко на Summer Nights. Здесь чуть более персиковый оттенок, а здесь немного более лавандовый, розовый. Но в основном видно, что это третий том из серии. Бумага тоже аналогичная, кремовая, плотная, исключительно приятная. И, пожалуй, единственным отличием от предыдущих книг Ханны будет наличие вот таких милейших бутылочек с различными снадобьями, волшебными зельями. И в книжке достаточно много. Здесь у нас пыльца феи, драконьи чешуйки, что ли. Милые лягушки. Как у Ханны получается их сделать милыми. Так, все очень традиционно. И цветы в ее стиле, и женские портреты. Стилизованные птицы. Здесь у нас прям омут памяти, воспоминания. Даже змей Ханне удается сделать достаточно приятными. Это очень красивый портрет русалки, конечно. Будем надеяться, что в своей четвертой книжке, которая выйдет уже в мае, у Ханны наконец появятся и мужские портреты. Ну что ж, вот такой третий том раскрасок Ханны. Высокое качество, традиционный стиль, очень похожий на предыдущие раскраски. Ну а покупать или не покупать, это решать, конечно же, вам.
Если вы все-таки стиль Ханны любите, то советую присмотреться, потому что бутылочки очень симпатичные. Всем удовольствия от раскрашивания и оставайтесь со мной. Спасибо за то, что посмотрели. Пока-пока!